Игра самых интеллектуальных и одаренных теперь в Иванове. Впервые в нашем регионе проходит гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы». Среди сотни десятиклассников из 7 муниципалитетов до полуфинала дошли 15 человек. Самые эрудированные, стрессоустойчивые, остро мыслящие и быстро соображающие. Правила объяснять не нужно. Телешоу с таким названием идет на Первом канале больше 20 лет. Участники борются за право поступить вне конкурса в один из престижнейших вузов страны – в МГИМО. То, что касается правил, мы старались выполнить все в точности так, как это проходит на телевизионной игре, ровно потому, чтобы детям было легче затем уже участвовать в телевизионной игре. Я думаю, что для нашего региона это большой прорыв, это огромное вообще счастье для наших детей. Дорожки для участников, которых называют агонисты, различаются не только по цвету. На красной нет возможности ошибиться. На желтой дать неверный ответ можно единожды, на зеленой дважды. Вопросы очень сложные, одними школьными знаниями не ограничишься. Я выбрала желтую дорожку, потому что в теме я была относительно уверена. Я знала, что вопросы мне более-менее подходят. И, возможно, немножечко не удалось выбрать правильные вопросы, потому что я знала ответы на вопросы своих соседей, но на свой, к сожалению, нет. Для участников организаторы подготовили перечень литературы. Вопросы требуют высокой эрудиции в истории, политологии, обществознании, географии, дипломатии. Полноту ответа оценивают 3 судьи из Ареопага. Я думаю, что у них вполне было время и были возможности для того, чтобы подготовиться. Потому что иногда дети отвечали, школьники имеют в виду, на те вопросы, которые можно назвать просто убойными. Мы поражались, насколько они эрудированные. 2019 год в России объявлен годом театра, поэтому тема полуфинала – «Золотой век русского театра» от Островского до Вахтангова. Примерно 20% вопросов посвящены теме краеведения. Все вопросы были достаточно несложными, но, однако, для меня наиболее сложным был вопрос про российские сезоны за границей. То есть ответы я не знала, но предположила. Однако были и легкие вопросы. В том числе это вопросы, связанные с малым театром, потому что я довольно-таки большое количество книг прочитала, связанные с этой темой. Также мне очень понравились вопросы, связанные с МХАТом, с Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Финал игры состоится в четверг, также в Белом зале музея Бурылина. Победителей лично назовет автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады Юрий Вяземский. Самые умные ивановцы попадут на телеигру. Региональный этап – это прекрасная возможность отточить навык, попробовать силы и набраться опыта перед, пожалуй, самым важным стартом в их школьной жизни – стартом в большую науку и успешную карьеру. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.